Уже 33 года, как 15 февраля в истории России является особенной датой. Именно в этот день официально завершился вывод ограниченного контингента советских войск из Афганистана. В Твери памятный митинг традиционно прошел на мемориале воинов-интернационалистов. 33 года назад для нашей страны официально завершилась афганская война. За это время отношение к ней неоднократно менялось. Как у общества, так и у самих воинов-интернационалистов. О чем говорили многие участники сегодняшнего митинга. В этот день, 33 года назад, завершился большой этап жизни нашей страны. Большой этап нашей с вами жизни, в которой, когда мы там служили, было и хорошее, но больше плохого, наверное. Мы теряли боевых друзей. Мы приобрели там верных боевых товарищей. Афганская война шла больше 9 лет. За это время, как говорят ветераны за речкой, в составе ограниченного контингента советских войск побывали более 3600 уроженцев Калининской области. 114 не вернулись из боя, причем один из них гражданский специалист. Трое пропали без вести. Особо стоит отметить, что еще когда шли боевые действия, их участники, вернувшиеся домой, начали организовывать ветеранские организации. В Калинине в 1987 году появился клуб «Красная звезда», который за эти 35 лет сделал в регионе немало. Почти во всех районах созданы ветеранские отделения. Мы увековечили память наших земляков на мемориальных досках в учебных заведениях, где они учились. Мы построили аллею памяти на Дмитриево-Черкасском кладбище. Мы построили вот этот мемориал памяти. Возложение цветов к мемориалу по традиции стало завершающим моментом митинга. Причем гвоздики были и на плитах с фамилиями уроженцев Верхней Волжи, павших во всех послевоенных локальных конфликтах. Участники церемонии высказали искренние пожелания, чтобы здесь больше не пришлось высекать новых фамилий.